Как правильно соединить провода для спутниковой тарелки, антенны, в коробке, в стене, и чтобы это соединение жило долго и качественно. Вставляет целыми все жизни. Его оставляем за то, чтобы она все жили не перекрывала. Важно, чтобы лезвие не повредить саму жилу. Она очень нежная. Ну, а когда торчится слишком сильно, нужно предупредить. Предупредить, да, не привязать до конца. Лучше пошансовать, чем повредить эти маленькие, старенькие волосинки. Затем попадет самый глубокий и самый глубокий. Сообщаем, что нельзя. Можем до верности подтянуть. Ну, куда мы пойдем? Конечно, здесь несколько, поэтому мы берем этот там. Можно и даже лучше использовать его штат. Не заламываем коаксиальный кабель. Он этого не любит. Если не идет, надо выяснить, почему. Может быть, это слишком длинный. Может быть. Ничего не заломано, все красиво уложено, ну, по рамкам, по меркам местной печки. Можно закрыть коробку.